с этим удобрением. Также разводила, как по инструкции. Да? Каждую луночку, по ковшику мы лили это удобрение это и золы. И вот и результат, что так у нас хорошо пошла картошка, и такая дружная, и все, и вот. А вот это поле у нас без удобрения, не хватило нам удобрения. И вот она идет у нас без удобрения. Результат, конечно, она и меньше, это уже цвет набирает. Вот, и в этом году, я заметила, или в прошлом году хорошо брала, жуков меньше на ней. А меньше жуков? Меньше жуков. Ну, жуки тут, как говорится, нет, дело такое непонятное, быть, откуда им, что. Может быть, она может, силу такую дает, может быть, запах и так далее. Может быть, иммунитет такой от них, да, что отталкивает. Какой-то запах. Но... Бывает от каждого человека свой запах, вот разница, конечно, который создает. Но в это создает. Время, конечно, еще тоже так же вот еще не окручивали, только пропалывали. А в этом году у нас получилось так, что мы уже и пропололи, конечно, и уже пора уже окучить, потому что она уже у нас поднялась. Ну, в общем, результат все равно. Ну, вот и я тоже меньше очень... была картошка. Да. В прошлом году меньше картошка. Меньше было. Ну вот, а я, позже. Видите, как производитель да. этого удобрения считаю, что вот не зря мой труд прошел в прошлом нет, году. Нет, я нет, старался. Очень хорошее удобрение. Вот, я, во-первых, поэтому... этим начала весной с рассадой. У меня помидоры в июнь, ну как-то только все на улице уже высаживали, все. А в этом году у меня в июнь, а уже помидорки висят. И рассада очень хорошо, помидор пошла, и очень. И сейчас вот уже говорю, июнь месяц, у меня помидоры. Мне тепличка такая стеклянная, маленькая. А в этом году вот у меня уже помидоры с помидорками висят. А в июне у меня никогда не было. Ну, вот я, вот. Как бы я сделал доброе. Ну, по картошке не очень только заметно. Только я танцую, да, да. как говорится. Нет, нет. Ну, по картошке а, очень заметно. Делаю да. и такие дела по нужные. По картошке очень заметно. Мне так это. Вот я хорошо, сейчас что я этим делаю. Снизу понял? Начинаю. За счет бактерий перерабатывается. Исследуем состояние растений и почвы. Земля-то у вас пушистая? Конечно, да. А почему? Ну вот это работа тех же бактерий. И еще один результат действия бактерий. Обычно глянцевый лист кукурузы стал шершавым. В здоровой земле, взрыхленной бактериями, и само растение становится здоровым и даже вырабатывает собственные методы защиты от вредителей. Например, вот такую щетинку, которая чувствуется пальцами, и, может быть, так можно рассмотреть. Такой пушок здесь достаточно, наверное, для насекомых не очень приятный, которые захотят его, этот лист, съесть. Вот такая защита биологическая вырабатывается. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. Что приводит к существенному сокращению заболеваний растений. Способствует увеличению колоний почвенных микроорганизмов и активизирует их жизнедеятельность почти в 10 раз, повышая способность к фиксации молекулярного азота из атмосферы. Все эти факторы только способствуют восстановлению плодородия. Екатерина Николаевна Неделяй-Злоева проводит своеобразную экскурсию по своему дачному участку. Уже 4 года она применяет на практике принципы органического земледелия. Полученный результат Екатерину Николаевну впечатлил. По словам хозяйки усадьбы, с участка чуть более сотки, в прошлом году она собрала 16 мешков картошки. В этом году планирует собрать мешок с одного рядка. Екатерина Николаевна признается, теперь работа на участке и приносит не только большой урожай, но и удовольствие. Не то, что раньше. Сыпали это удобрение. А, во-первых, удобрение сыпали без нормы, что такое ни профессор, ни ученый, никто ничего. Так мы так сыпали, как придется. То спали, что то оно это. И, короче говоря, вот из этого участка я с него имела совсем одну мизер. И я постоянно еще покупала картошку по осени, потому что нельзя никак было с этого. А время сколько тратили? Время очень много тратила. Я приду, так это вот так, не в день, это беру эту копачку и день. А травы? Ой, вот такая трава тьма. Во-первых, на работе были и бегом-бегом все. Это было, это то время и теперь это как кошмарный сон. Соседи по участку к новшествам в земледелии относятся с недоверием, но результат заставляет задуматься. Стебли картофеля у Екатерины Николаевны уже в пояс, а у соседа, бывшего главного агронома, только едва вылезли из грядки. Узнать Екатерине Николаевне о новых методах использования земли помогла Елена Кахановская, один из организаторов клуба органического земледелия. Нанотехнологии на колхозных полях. Разработки российских ученых защищают ростки озимой пшеницы от холодов и засухи, позволяют снизить количество минеральных удобрений и повысить урожайность. Эти агротехнологии будущего с успехом внедряются в передовых хозяйствах. И на одном таком поле вместе с учеными побывала наша съемочная группа. В снег, морозы, оттепель, ледяная корка. Несколько месяцев зеленые ростки проходят экзамен на живучесть. Корневая система хорошая,
Есть даже вторичные корни, это вот такие вот корешки, которые... Но погодные условия очень плохие, потому что, вы видите, идет дождь, оттепель, потом морозы. Для зимы пшеницы это очень плохо. О том, что проблем не миновать, было известно еще сухой осенью. В северных и восточных районах области посевы даже не взошли или чуть-чуть проклюнулись. На южной территории ситуация пока относительно нормальная. Поле, засеянное с добавлением нанопрепаратов, уже отличается от соседнего. Применение нашей технологии позволяет увеличивать корневую систему. А это позволяет, значит, лучше перезимовывать растению. Ученые используют естественные биологические факторы роста растений. Препарат, единственный в своем роде, допущен комиссией Евросоюза на их территорию для применения в экологическом земледелии.